вишумлять фестивалі з кращими музикантами світу. Потрапити хоча б на один з них повинен кожен, у кого є вуха та бажання. Приятные новости. Триумфальное возвращение группы U2 свершилось. После 5-летнего перерыва легендарная команда наконец-то выпустила свою очередную пластинку. В новом альбоме есть и мощные гитары, и сладкие клавиши, и неподражаемый вокал Бона. Но чтобы закрепить этот успех, 30 июня U2 отправляется в мировое турне. Скажи, пожалуйста, кого ты считаешь самой стильной блондинкой на украинской эстраде? Это Ирина Билых. Для меня Светлана Лобода. Меня интересует прямо сейчас, что на тебе одето. Я крашеная. Девчонки, а как насчет того, чтобы покраситься в черный цвет? Я уже прошла этот этап своей жизни. Зависит ли сексуальность от цвета волос? Главное, внутренние какие-то вот качества. Я крашеная. Качество. Крашеная. Выглядят нарядами. Симпатичные парни, как ты, кому дают предпочтение, блондинкам или брюнеткам? Я, честно говоря, теряюсь. Друзья, от летней жары, как правило, сносят крышу, но не только людям, а и автомобилям. Предлагаю сегодня заглянуть на самые яркие мероприятия, тем более, что на часах уже 9 часов. Что же ночная жизнь столицы просто уже зовет? Красная дорожка – это мощная проверка на прочность наших любимых и уважаемых артистов. Что с ними там только не происходит. Платья рвутся, туфли теряются, лямки нарядом неумолимо падают вниз. Красная дорожка Муз-ТВ в этом году не стала исключением и хорошо поиграла на нервах нашего уважаемого Бамонда. Самой ожидаемой гостьей стала шикарная Кэти Перри. Ее встречали затяжными аплодисментами, а звезда в это время пафосно раздавала автографы зареванным отчасти фанатам. Друзья, не пропустите, уже через 5 минут эксклюзивное интервью с Кэти Перри. Лето, солнце, море, пляж – самые такие думки сьогодні приходять в голову. А чи задумувались ви, як відпочивають зірки? Приміром, красуня Кейті Перрі нещодавно заявила, що їй не вистачає гострих відчуттів. І взяла декілька уроків у свого доброго знайомого, чемпіона Формули-1 Льюіса Хемілтона. Всі ми привикли видіти зірок при повному параді. А сьогодні ви зможете насладитися своїми кумірами з другої сторони. Увидіть їх такими, якими ви їх ще ніколи не бачили. Ми покажемо, як світські персони збираються на зірні вечірки. От нас не спрячешся, таке тільки у нас не пропусти. В нашій сьогоднішній програмі ви першими узнаєте, что в этом сезоне должна иметь настоящая модница. Самые креативные персоны столицы помогают нам своими советами. Как оставаться на гребне моды и быть всегда индивидуальными. Водоворот светской жизни столицы по-прежнему бурлит. И сегодня мы с вами отправимся на одну из самых громких вечеринок города Киева «Кто против блондина», которая будет происходить в ночном клубе «Babyface». Вечер обещает быть грандиозным.